Картины, которые рисуют за минуту без бумаги и кисти. В Кызылорде открылась первая детская студия песочной анимации. Идея создания принадлежит молодому художнику Даулетбеку Тойшибаеву. А воплотить идею в жизнь мастеру помогли местные бизнесмены. Эту технику рисования называют волшебством. Песочная анимация – это когда за считанные секунды рождается шедевр. Секреты уникального искусства Даулетбек Тойшибаев открыл для себя 2 года назад. Теперь возможность создавать из обычного песка необычные художественные сюжеты дарит детям. Я люблю рисовать. В будущем стану художником. Сюда меня привела мама. Я уже научился рисовать акулу и персонажей из «Колобка». Подсвеченный короб и сыпучий песок – это все, что нужно, чтобы погрузиться южным художникам в мир фантазии. Появление и исчезновение рисунков взмахом руки делают эту технику не только увлекательной, но и чрезвычайно полезной. Один из важных моментов тот, что этот жанр не только интересен детям, но еще и очень полезен. Данная техника развивает мелкую моторику, улучшает работу мозга, развивает память и координацию. Кроме того, игры с песком – это лучший способ преодолеть эмоциональное напряжение. В качестве терапии рисование песком назначают детям с ДЦП. Сравнительно молодое направление в изобразительном искусстве сегодня пользуется огромной популярностью. Об этом говорят и многочисленные поклонники артмастера, и множество желающих открыть для себя этот удивительный мир песочной анимации. Райхан Ташбаева, Канат Инсибаев, Альхайдар Туруханов, Кызылорда.